Отрезать, хорошо? Да. Что мы будем кушать сейчас? Резать сейчас. Что мы будем? Мясо. Мясо. Мы будем делать салат, который называется оливье. Скажи. Оливье. Оливье. Сначала мы будем курочку резать. Да, смотри, что мама делает. Да. Она снимает кожу. Видишь? Да. Мы будем кушать курочки. Да. Нет, как я сказала, здесь джижи. А эта ручка держи мяско. Ешь вот так. И мама тоже выглядит. Нет, как мама сказала? Так. Больно. Потому что ты неосторожно делаешь, смотри. Внимание. Ты не делай просто быстро, а вот делай так чик, чик, чик. А потом может это повернуть и опять делать чик, 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 чик. Не быстро, аккуратно и внимательно. Окей. Когда мы ножиком работаем, мы делаем аккуратно и внимательно. Окей. Это мы закончили резать, сюда проложи в миску. Мишку проложи. Так, еще перекладывай, давай. Молодец, молодец. Мы папе делаем оливье. Это папин любимый салат. Молодец. Ты все сюда клади, ты не сыпь. Ты приложила? На, еще дальше. И мама будет тоже резать, да? Аккуратненько и внимательно. Мама. Аккуратненько и внимательно, но быстро, правда? Мы быстро не режем. И ты делаешь мясо, когда чистенько делать все. Как ножик нужно держать неправильно, вот так. Окей. Окей. А другой ручкой придерживай еду. Не могу. Можешь, порежь еще раз. Нет, как он мог сделать? Чук-чук-чук. Молодец. Все, хоть перекладывай это сюда. Ножик положи, вот так.